Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим кофейную булочку. Эта булочка пришла к нам из Малайзии. Сливочный вкус и кофейная корочка вам точно понравится. Кто не пробовал, обязательно ее приготовьте. И сначала мы с вами займемся тестом. Берем теплое молоко, добавляем дрожжи, сахар, щепотку соли, одно яйцо и перемешиваем наши ингредиенты. Далее добавляем постепенно 300 грамм пшеничной муки и замешиваем тесто. Замешивать надо около 2 минут. Тесто будет липковатое. Далее к тесту добавляем сливочное масло. И теперь нам необходимо вымесить тесто около 10 минут. Вымешиваем либо комбайном, либо ручным миксером, либо руками. То есть тесто должно быть эластичное, не липнет к рукам и хорошо тянется. Вот примерно до такого состояния вы должны вымесить это тесто. Далее тесто убираем в теплое место на 1 час. Тесто хорошо поднялось, увеличилось в объеме в 2 раза. Хорошенько обминаем ее. Выкладываем на рабочую поверхность. Далее можно взвесить тесто. Из этого количества теста я буду формировать 8 булочек по 68 грамм. Режем ее на 8 частей, формируем булочку, немного расплющиваем ее, собираем в колобок, защипывая кончики, и двумя руками подкатываем нашу булочку. Далее наши булочки накрываем полотенце и даем им подняться около 10 минут. После того, как наши булочки с вами поднялись, мы уже поднявшую булочку опять расплющиваем. И в каждую булочку добавляем 3 грамма сливочного масла. Далее опять защипываем к центру края и подкатываем нашу булочку. Так мы проделаем со всеми нашими булочками. Далее булочки выкладываем на противень с пергаментной бумагой, накрываем полотенцем и даем им еще постоять 35 минут. Тем временем мы с вами сделаем кофейную глазурь. Берем кофе быстрорастворимый, холодную воду, все это перемешиваем и добавляем одно яйцо. Все хорошенько перемешиваем. Далее добавляем сахарную пудру, муку. И все перемешиваем вот до такого состояния, чтобы не было никаких комочков. Далее добавляем сливочное масло мягкое. Замешиваем сливочное масло. Вот так глазурь готова. Далее перекладываем нашу глазурь в кондитерский мешок. У кондитерского мешка нужно потом отрезать кончик. Наносим нашу кофейную глазурь на поднявшуюся булочку вот такой вот улиткой. Наносим на все наши булочки. Далее булочки будем выпекать при температуре 180 градусов около 18 минут. Булочки готовы, им необходимо немного остыть. Посмотрите, какие красивые, вкусные они получились. Кофейная глазурь сверху и необычный сливочный вкус самой булки. Обязательно попробуйте ее приготовить. С кофе эта булочка просто превосходна. Мягкая, пышная. Друзья, всем спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч!